Если есть желание, то нет и никаких границ. Это доказывали сегодня необычные пловцы, люди с ограниченными возможностями здоровья. В Сыктывкаре состоялась уже 9-я по счету спартакиада среди инвалидов. Соревнования проходили в спортивной школе Олимпийского резерва «Аквалидер». Первые успехи и достижения пловцов увидела Злата Хомутинникова. Все основные стили плавания – на спине, брас, вольный баттерфляй и даже эстафета – этим пловцам под силу все. И хотя сама спартакиада проходит среди людей с ограниченными возможностями здоровья, глядя на то, как ловко они скользят по глади воды, сложно представить, что их возможности хоть как-то ограничены. Это нам дает силы, дает как бы такой стимул, что мы еще что-то можем, что мы вот как-то живем общественной жизнью среди всех, вот всего нашего общества. Елена Шестернева как раз одна из тех спортсменов, с кого берут пример. Вот уже 10 лет она входит в команду Эжинской организации инвалидов. Каждое соревнование поддерживает всех ребят и сама с радостью принимает в них участие. В этот раз в турнире принимают участие ребята с нарушением слуха, речи, зрения, интеллекта и даже с поражением опорно-двигательного аппарата. Возраст участников от 9 лет и старше. Спортсмены сражаются в дистанции на 50 и 100 метров. После карантина мы уже восстанавливаемся, приходим в форму. Да, полгода спортсмены не плавали, но сейчас уже все хорошо. Улучшить результат и постараться выиграть медаль – такую задачу ставят перед собой все пловцы. В этот раз на водных дорожках 32 участника. Впрочем, далеко не все рвутся вперед за золотой медалью. Андрей Пакшин, к примеру, легко преодолел 50 метров вольным стилем. Плаванием я занимаюсь, наверное, лет с 10 или с 9, еще в школе, когда в Инте рос. Затем продолжил вплоть до университета. Но после вот травмы я перестал заниматься, хожу буквально пару раз в неделю от силы и принимаю участие периодически в подобных соревнованиях. Сами соревнования стали отборочными на чемпионаты первенства КОМИ для спортсменов с инвалидностью. Злата Хомутинникова, Олег Костромин, телеканал «Юрган».